Доброе утро, как говорится, люди. Доброе утро всем. Доброе утро. Мы, как всегда, проснулись, у нас хорошее настроение. Да. Потому что время, да, супер. Солнце и нас. Ты не выспалась, я смотрю. Что ты делала всю ночь? А? Слушай, танцы, как скажешь. Была работа у тебя. Тантрак. Ага, правильно. Так, танцевала. Я. Yeah. Вот так вот. Ой, ёлки-палки. Шарпится не так. Ты мне сама веришь? Да я всегда верю. Всегда верю. Да к одному. Ой, что хочу сказать. Альме, как обычно, нас не разбудил, отошел в Зенцу. У него дела, работа. Классная мама приехала, то есть пропла и расслась. Я суратла, кажи, она устали, снимала. Ёж минута, богат мне пусть. Нет, я сказала одну минуту. Минуту, рекла. Да. Когда я сам опять, ты меня опять зовешь, ёж сам минуту. И та минута один на пять или десять. А ты знаешь, вот если я просыпаюсь, вот я проснулась, да? Я все, я больше никогда уже не буду ложиться спать. И сама кафе попла. Я легла опять заспала. Устала, дети чуть-чуть приболели, ничего страшного. А с мира в школу надо. Я. Ну вот. Математика у нас. Ой, бляха-муха, с этой математикой. Але детки попомнили еще анекдота. Ой, кажи, трос. Что у нас сегодня? Какие планы? Ляко. А то има мне английский богат. Реку, имаш богат. Что мне? А два по достанцы мои. Планы за нас. Да. Что мы сегодня будем делать, а? Сашти и мене косу средит, и у нас чему идти. Чапат, гулат. Не хочу. Что? Мада идешь тому. Вот ты вредная. Гулат, чапат, иди маршрутат. Послушай, сколько людей говорят, что бабушка тут, это вот, на меня, бабушка. И ты меня вытаскиваешь вот это вот. Бабушки вообще лежат, отдыхают, читают газеты. А? Бабушка лежит, спаваю. Да. Еду, а ты радишь, брате. Что там с животиком своим, а? Ну, ладно, там. Ой. Знаешь, что хочу? Что? Сейчас, когда Эльме приедет, ну вот, он по своим делам поехал. Вот я не знаю, что там мне упало на ум. Что? Он приедет и опять сядет за руль. Хочу цветочки. 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 Нет, не хочу март ждать. Смотри, какое время какое, а? Знаю, я дима цветочки. Чмо сад? Да. Как ты думаешь, вот эту землю насыпать в эти колеса, в гуму? Поняла? Нет. Ну вот. А кама земля? Кого? А кама земля? Возьмем вон землю. Что у нас нету земли? А земля хорошая. Земля. Да. И цветочки. Поняла, посадить. Ты видела вчера, мы когда с тобой гуляли? Короче, там вот эти желтенькие, маленькие, уже все повсходили, где? Повсходили. А, где? Вот там, везде. А то я корчем, а то чай. Кто? Чай. Твой добрый закашель, скажу. Да без вопросов. Я говорю, вообще повсходили цветочки. За кашель или за температуру. Побичите, био ютро смраз, бичите ёж снег. Не будет ничего. Очень. Следок будет мраза, когда нас будет снег. Короче, Аля, давай сегодня сделаем землю в гуму и... Гуме треба прво
prebaciti na beton, pograditi će cvjetočke bez pomoći, vratiti zemlju nasuti onda. Šo, bled? Sve, bled. Šo ti uđeleš dvojnu robotu? Pa uz kaj gume stajat, šta kada mi stajat? Туда землю, посадить цветочки, потом гуму эту, как у вас говорится, упрать, вот, и покрасить, а цветочки уже будут расти. Ай, чё, а ком не думаешь? Ты просто-напросто делаешь всегда двойную работу. Смотри, вот сейчас мы помоем гуму, да? Yeah. Высохнет, будет гума супер. Потом ты засыпешь землю. Опять надо опрать гуму. Потом ты посадишь цветочки. Опять надо опрать гуму. А что, если попрасть? Потом ты будешь красить. Надо опять опрать. А что не все сразу сделать, а? Сначала насыпать, посадить. Мам, что только бы насадить, чтобы цветочки пустые. А? Знаю, где има земли. Я и так. Ну, бляха-муха, она где-то все что-то скрывает. Ты хоть знаешь, где ты ее раскрыла? Но. Ну все, тогда я это вот не переживаю, знаю. Сава с самым дружишь, ты кажешь. Так вот, скажи. И слушай меня, я же тебе говорю. Слушаем я тебя, слушаешь ты меня. Всегда, всегда, всегда слушаю. Не надо так говорить, я всегда тебя слушаю, ты знаешь это. Не обижай меня. Знам, пока мне мать свечи дима за меня. Сам я знам, но рано засад. Нет, не рано. Фатима, посмотри, какое время на поле. Ты видишь, как цветы повыходили? Понятно. Вот, какие уже бутоны на деревьях, ну, вот такие вот уже пимпочки на дереве. Как у вас называется? Поляк. Бутоны, ну, такие вот. Бегар буты после. Да, и посмотри, время хорошее, можно уже сделать, ну, красоту, посадить, землю насыпать, посадить, пускай потихоньку вылазит. И будет я замечательно. Я думала, что и мама тебе три гумеса. А мы смешаем, возьмем вот эту землю и ту землю, и смешаем, поняла? Нет. Yeah. Перемешаем и сделаем. Поможешь. Ну, я же тебе о чем? Ну, ты думаешь, я, блин, с луны только что свалилась, я, короче, и не знаю, как цветочки. С месяца дошла и не знаю, как цветочки садить. Ты не знаешь, как цветочки садить. Ой, а хочу еще, знаешь, что? Поедем в это вот магазин, в продавницу, да, это у вас называется? Короче, супермаркет. Вот. Чтобы было так, чтобы я не мучилась. Я хочу, знаешь, есть такой цветок. Ой, он вот так вот, знаешь, когда вырастает, ему подвязать его, и он вот так вот ползет наверх. Это рожа или лава? Нет, называется, ну, по-нашему, граммофон. Граммофон. Да. А когда цвету лоза, какой-то граммофон. Знаешь, как? Он такой оранжевый цвет. Вот такой. Вот такой боя. Yeah. Вот такая. И вот так вот, а потом вот так. О! Не знаю, как тебе цветок описать. И он ползет. Вот. И я хочу, чтобы он дом вот так вот, где наш врата, поняла? Yeah. Вот так вот заплел. И цветы, когда начинают? Июль, август, сентябрь и октябрь. 4 месяца. Все цветет. Один цветок падает, другой распускается. Один падает, другой распускается. И все время цветы. А потом добро. Такая красота, я тебе говорю. У меня дома было так, ну, в Николаеве. Я на 4-м этаже. Yeah. А цветок на первом этаже, поняла? И я так пустила, что он по дереву, береза, yeah. Дерево береза,
И он пошел по березе и дошел до 4-го этажа. Можешь себе представить, как он растет, а? Поя, добрый труд. Мне Сюзанна, когда приехала в Николаев, сфотографировала. Говорит, мама, смотри, он дошел до 4-го этажа. И вот так, цветы, вот так вот. Твой добрый. Красивый, очень красивый, я тебе хочу сказать. И вот мы посадим. Розы хочу. Короче, моя мне напали. Мы придумаем, что нам посадить. Правильно? Сама мне напали. Тюльпаны обязательно. Ты любишь тюльпаны. А сам же там... Я искренне розу вон то не напал. А сам розы, сам я люблю. На церну, да церну, но сам позже. Розы это вообще супер, я тебе хочу сказать. Я обожаю розы. Не, я все люблю цветы, но розы больше всего. Ты все любишь. У тебя даже и кофта розовая, и то розовая. Все у тебя розовое. А я люблю зеленый цвет. Да. Поняла. Давай на цвете за 8 марта. Есть, знаешь, что зеленые розы? Это очень, очень они, я тебе хочу сказать, в некоторых странах их выращивают, зеленые розы. Это не краска, ну не красят их, не фарба, а именно зеленые розы. Повелась, то не знаю где. Голландия, где? Что такое? Ты тоже приболела? Мало. Тут и как... О, боже. Радишь, краски рукава. Даже я не могу другим рукавом ничего рад. Это мурамский. Ну да. Заврати мало, он так не смеет того день. Ты забрать. И штачу. Ну ты когда радишь, я тебе честно говорю, тебя не остановить. Пошло. Сатан сам. Это ужас. Фатима, ты где? То там она, то там. Ищу тебя. Знаешь, как ты так должна, что ты все раз пишешь. Хоть 5 минут посиди, чуть-чуть, перекормиться. Кофе попей. Йохани бабай. Попишу кофе. Попласом. Слава тебе Богу, что ты села посидеть 5 минут. Вот такое у нас доброе утро. Вот так вот мы утро встречаем. Так вот бывает. Люди, вам хорошего утра, доброго утра. То бы было, то увидимся.